сорт острого перца Буч Икс Джона Кольт. Такой вот красавец. Это супер сорта. Это один из сверхострых сортов. Острота его от 800 тысяч до 1,5 миллионов. Там чуть-чуть не хватает, чтобы было 1,5 миллиона. Это очень острый сорт. Срок созревания такого перчика 120, от 100 до 120 дней. Высота, если в теплице, может достигать до 1 метра. Так в открытом грунте может 50-60 сантиметров. Этот сорт во много раз острее самой Буджалоки. Вкус этого перчика насыщенно фруктовый с небольшой сладостью. Очень красивый перец, очень высокоурожайный. Да, так вот оторвать его невозможно. Я не знаю, как. Так одной рукой неудобно. Короче, не могу оторвать. Ты смотри. Не отрывается. Это надо брать бокорезы. Или секаторы. Чем-то, короче, надо чем-то открутить. Ёлки-палки. Ну ты смотри. Не, я не могу оторвать его. Короче, вот такой красивый перчик. И такой вот урожай у него. Сейчас я покажу рядышком кустик. Вот смотрите, какой у него невероятный урожай. Гляньте, солнышко, конечно, прикрыть надо будет. Но надеюсь, что видно. Вот смотрите. Вот это столько на нем плодов. Вот если его развернуть, смотрите. Он весь усыпан плодами. Он очень высокоурожайный. Видите, как они по 3-4 штуки в одной пазухе. Вот его цветочки. Он зацветает вовсю. Цветет. Вот. Если посмотреть новые завязи, которые нам уже не нужны. Такие вот. Он тут тоже назавязывался. Если посмотреть, это тоже все это выбрасывается. Да. Не хватает времени все обрезать. Очень, очень много работы. Я просто не успеваю все это дело сделать. Вот сейчас возьмем секаторы и все это дело обрежем. Все цветочки удалим. Все вот эти вот, все, что идет от перчика, к примеру, вот перчик. И вот эта веточка у нас. Все это должно удаляться. Раз и удалили. Все точки роста, все полностью удаляются. Получается вот так вот. Вот я здесь отщипнул, здесь. И тогда наш перчик начнет очень быстро созревать. Это многолетний сорт перца. Он очень-очень острый. Это для любителей сверхострых блюд. Это просто незаменимая вещь. Вот такой вот он, видите. У него такая слегка пупырчатая поверхность. Такого ярко-желтого цвета. Он, я пытался крутить его. Просто невозможно, как веревка. Вот, такие красивые плоды у него. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах, у себя на подоконнике. У меня здесь кустики не превышают 50 сантиметров. Это даже меньше, мне кажется, сантиметров 40, наверное. Вот 40 сантиметров, такие вот красавцы. Очень острый. Такой сорт надо высевать на рассаду. Где-то с 5 по 10 января. И тогда у вас он полностью вызреет. Начинает созревать он в середине сентября. Ну, если в теплице, в домашних условиях, где-то будет, ну, наверное, в августе, в конце августа. Вот такие вот красавцы. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. И я желаю вам супер больших урожаев. И супер, супер хороших соусов. Всем удачи. Пока.